Добрый день, поважанные сябры! Пропонуем вашей увазе диораму, выполненную вучнями средней школы номер 3 города Дятлова. Она называется «Трагедия великой воли». На ней показан фрагмент одной из самых жахливых и трагичных подей на территории нашей Дятловщины – знищение вёски «Великая воля», якая была склалена 16 снежня 1942 года, а ее мирные жихары расстреляны и спалены живыми. Наш музей у рамках подрыхтовки до свята Великой Перемоги вел доследчую работу, у процессе якой вывучались литературные крыницы, успамины сведков, документы Дятловского историко-краезнавчего музея. Карники спалили 104 дворы, забили 364 великовольцы, сярод яких больше складали старые женщины и дети. Только некольки селян цудом выжили у этой кровавой бойни. Их успамины тех, кто жил побач, допомагают нам зрозуметь глубину покутов нашего народа в той войне. Дякуючи им, мы ведаем, як усё отбывалося. Дякуем за увагу. Щиро запрашаем вас, сябры, наведать наш музей.